Надо стараться завоевывать доверие людей. Тем более в эти два года, как я уже сказал, когда мы будем сдавать экзамен, людей обижать ни в коем случае нельзя, но и очки терять тоже им нельзя. Надо сделать то, что останется навсегда. Да, мы не скрываем. Мы эти два года будем работать напряженно президентских и парламентских выборов, но будем работать так, чтобы это осталось и после этой предвыборной кампании, чтобы нас люди не упрекнули в том, что мы в канун каких-то политических событий, прежде всего выборов, что-то такое сделали, чтобы так это подсластить людям жизнь, а потом о них забудем. Этого никогда не было и не будет. У нас иная политика.